Фея, на Фея сдадим. А хотя подожди, у нас еще час, может, мы... Мы, наверное, еще успеем... Мы за час почти половину уже убили ульды. Хорошая шея, кстати. А плечик... А токены, как всегда, на воина. Угу. Блин, вот называется создал хантер. Типа можно, блядь, в 10 воинов ходить, в ульду одевать. Каких воин? Воин, шаман и хант. Да. Ну, шею я не буду даже ролить. Шея нужна. А я с собой. Главное, никто не лезет от хранителей, да? Фрей мы будем без Бейла бить. О, оставим на Мирона. Будет очень хорошо, если мы за 2 часа всех этих убьем, оставим Галуна только. Ну и остальных вот этих. Не обязательно. А кто у нас остался в итоге? Ну, у нас час, у нас остался Мимирон, Фрея. Ну, Везекс и Йог. И Алгалон. И этих 2 первых босса. И Сабань. Ну, Алгалона точно запускать погнали. Не стоит, наверное, да? Потому что его 2 часа... Не уже... надо. Не надо. Бля, зачем ты его обратно притянул? Кстати, Небакин, куда потом запись-то остается, куда ее скидывать, если что? Какую запись? Ну ты же просил записывать на чарте. А, если надо будет, чисто скинешь мне. У меня есть тоже запись. Они там таймер подкрутили на этом. Типа из-за того, что если дисконт, типа лут пропадет, да? Ну и из-за этого тоже. В принципе, в каком веке живем, сейчас все все записывают. Не, мы пошли с бейс. А, ну это меня не было. Мы в прошлый раз, когда были на Везексе, там, короче, таймер они сдвинули, мы несколько раз стояли без лужи, и он не хотел ее кидать просто. Таймер как будто бы сломали. Да, у меня гриппа нету, сука. Вместо интеракта грипп нажал. Че, погоди, корни, да? Ща, на себя. Затаунсил. Затаунсил, он обратно затаунсил. Никого не таунсил. Ты мелких отводи. Нет, у меня КД таунта. Я тоже таунтил. Блин, что-то я не понимал. Вы большого хотите сначала, да? Ну да. Понятно, где он. Мы же работаем на скорость на данный момент. А что тут медлить? Как там говорится, скорость и качество. Ну, вроде нормально идем. А, гроза не наша. Он та наша. Интересно. А сколько хосты, интересно, дают? 320, по-моему. Нихуя себе. У меня она стоит на раз, велике. Раз в 40 секунд, на сколько, на 8 или на 11 секунд, не помню точно. Неплохая штука. Гейпи, гейпи. Как в инженерке перчатки, я так понимаю, да? Я на энхе ее все кинул тоже. Нормально работает. Тема. Кстати, такой вопрос есть. Тринка с Астрокрылой с десятки, она нормальная? Ну, но, типа, смотри, на стаке и шея на весь бой висит. Да, нормальная, ну, СПД крит. Вот у меня на Элеме сейчас ПВПшная и за ОД. Какую стоит поменять на нее? Вот я уже сам. Блин, кстати, а пули, а почему прыгает, знаешь, скорость атаки с... Лёшки до 2,5.
смысле? Не, ну просто смотрю, типа вот перед рейдом. Смотрю, трешка стоит за что. Рейд стою, знаешь, с своими бафами 2-3-2.5. Фрост. ФДК дает хасту плюс. Плюс 20%. И рейтик еще. Так я и есть рейтик. А. Ну ФДК дает. ТТМ может. Ну и да, ТТМ. Нет, ну типа трешка и 2.5. Куда трёшка. Пошли? Трёшка этих старая. Этих не надо, этих не надо. Дерево и дриаду не надо. Вот этих цветы. Гриппи, гриппи. Собрал себе кап скорость, называется. Так, на фрея зайду на мага. Ты наверняка что убить. Да что, и так убил? Да, убьем, что ты там паришься. Вант. Где, на мага вант надо? Конечно. Я тренинг не могу сменить из-за этого ванта. Нормальный вант у меня есть, он на ШП. Повезло тебе. Я сколько не ходил, не было. Ну как, везет, да? Я на хэпала сейчас выбил связок с пушку. Наконец-то, блять. Ходил с 13-й с келя, 50. Мне бы сейчас йогу одну дробяшечку, я буду самый счастливый ДК на сервере, блядь. Не трави мне душу. Это двуручка какая-то? Нет, одна ручка. Я бы тоже двуручки не отвязал, скажем так, с йога. Я двуручку хочу на БДК танк. Хочу, я тоже могу сказать, хочу одноручную дробяку с йога. Для прото-ДД. Забрать. Хочу Веланир. Ага. А, кстати, у меня просто... У меня по поводу ФДК, вот если, допустим, два ФДК в рейзе, да, у одного зачарено на пуху вот 10% к, ну, дебаф, который стакается на 5 раз, а он на всех ДК действует или только именно на владельца? На владельца, по идее. Ну, по идее, да. Потому что там рыцарем смерти написано урон нанесенный. Там не написано именно от ваших атак. Рыцарь смерти, это имеется в виду ты, игрок. А не все рыцари смерти. Если бы были все рыцари смерти, вряд ли так бы и написали. По сути, оно как работает как печать паладина. Только на я него. Я думал, типа, попробовать. Другое зачем, думал, может работает. Пытался пухи менять во время, короче, там в ГКД уходит. Ты же не знал. Не знал. А, не, вот эта, которая на силу прокает, она без ГКД. Ну, не, без ИКД. Именно за 20% от фрост атак и 10% стаки. Все в ГКД уходит. Так, давайте. Пуля. Серьезно, пугарейдом на Алгалона? Ясно. Ну почему? Вчера залили и там рандомные чуваки. Ну, смотря как одеты, смотря какой опыт. Нет, так залили там. Так, вот я... на грозовом. На грозовом, да. Сейчас духа воды зальют, осторожно. Духа воды залили, блять. Этот. Дерево, убейте. Дерево. Они сейчас резнутся. Или хватоплёта играется, не знаю. Должны успеть. Привет, нет. Успели. Чисто ДПСом, блин. Ну, вы просто имейте в виду, что у духа воды просто меньше по из всех этих мобов. Его можно даже не дотать, он просто от клива умирать будет. Да, каст сбить просто. Сейчас могут быть эти малыши. У вас 2 ДК, войско, может кто-то один даст, потом второй. Я там войско первый, там пускай второй. Сука. Даст. Дерево. Далеко. Малыши. Любой ДК. Да, лучше, да. Замедлите.
отбегать от них. Дал мастера и сдох. Треснуть чего? И сдох. Зависнешь. Я удачно, я полез. Так, это кто сдал войск? Я дал, Лата. Следующий раз дашь. Така. Сейчас танк пускай даст. Где его? В воде. Не притянуть меня, жалко. Стоп-касс. Сейчас большой вылетел. Ну я с посоха по 800 по лодыжке и хуярю. Вставалка есть? Шаман убежал, наверное, далеко. Корни были у него, я, по-моему, этот взрыв, по-моему. Силу. Давай. Так, осталось два вейва. Там каску ему дайте, шаман. А нет, три вейва. Одновременно и чувак рядом со мной взорвался, и корни, и... Ну ничего страшного. Есть СС один, может на кого-то дадим? Меровня. ДК взываю, взываю. Отдаю ауру огня. Бегайте. У меня корни. На нахуй. Дерево. Дерево. У нас еще один БР есть. Угу. Не надо. Друид, думаю, друид справится. Да. Что там? Большое дерево. Ну, три дерева. Большое. Так кого они поднимают? Не надо, оставим на Мимировна. Так, чё, я опять Мимировна буду танчить или ДК? А ты разве танчил последний раз? Да, дерево. В прошлый раз, да, я. ДК там что-то не знал. Мы что, время потеряли, ну, да. Лоте поставили. Стоп-касс. Кто-то умер? Вы далеко не убегаете-то. Там сейчас пойдут три броняшки. Или кто они там? Да это легкая хуя. Только вот один хил. Я Тейнер ебанул за. Дерево, дерево. Дерево. Цепка. Добили. Вот вас топлету больше дать. Смотрите, если хп мало, смотрите и другие. Тихо. Лемо. Нет, на время должен уметь. Все, фаза. А выйдите. Дерево на оке. Гейпец. Цепкас. Что-то она дохуя бьет. Один хил, просто тут не чувствуется так. Не, 12к. Это дохуя. Где эти бомбы?
Скоро будет. Фаза, а может и не будет. Вон, бомба. Хотелся бомбы, блин. Мог бы не говорить. Может, не полетели бы. Угу. Рецепт. Можно забрать? Колечко хорошенькое. Нет, этот рецепт очень надо. Да, ой, колечко, какое классное. Блин, надо очень этот рецепт для кузнечки. А, что за рецепт? На танковские ноги. А, у меня есть, если надо. Да нет, мне просто себе сделать там еще одну мужику надо. Так я могу сделать потом. Конечно, понимаю, но это беспокоит тоже. Мне очень хочется ли потом. Ну, так я для этого брал, чтобы кому-то, если нужно, то делать. Не так, продавать же. Там понятно, что не продавать. Так, в итоге, кто рецепт срулил? Так, что тут на мемировании? Пекайся в это вон хуй. А, ну так я на маге пойду. Что у меня там приступ ходить-то? Куда мы идем? На Мирона, конечно. Может, мы еще успеем оставить одного йога только. Ну и эти, которые пропустили. Если сейчас все хорошо будет. А, я рецепт срулил еще и оказывается. Ну, бомбу это. Тут затаунсил. Ты полностью да, получается посрал. Вроде бы быстро-быстро пили. Шам, ты где? Я вот он подбегаю. Дороги. Так, сейчас пик меняю. А рыба стоит. Так, рыбелька. Может, на кого-нибудь СС повесить? Надза. А, прошлый раз... Давай, в три хила. Колечко выиграл тебя. А кто третий? А, чё, пошли, чё там так долго? А, Краделька, дай-ка этого ассиста хотя бы. Дайте кулак, пожалуйста. Да, кстати, обновить точки. Вот, метки на хилов поставил. Так, первая патч слева, вторая справа. Только Шам и Доль слева. Будет направо, не сейчас направо. И вот ты туда иди. А ты что на этой стороне делаешь? Да, ты туда иди. Но... Ну, я просто смотрю по сторонам. Все, начинаем. Отсчет времени до самоуничтожения начат. Самоуничтожение области... Один. Разве вы не видели табличку? Не нажимайте эту кнопку. Раделька опять залагал. Так, ты не с той стороны стоишь-то. Беги, малышка, беги! Бегайте, бегайте, бегайте.
огонь. Вместе-то не стойте. То будете напалм вместе получать. Как я вот сейчас семкой. Огонь на мне. Два трупа, три трупа. Вайп. Угу. Заходите, вы же. И томить. Может мины забирать сразу? Да, без разницы. Мины или огонь? Сейчас нет, я живой остался. Что не так пошло? Стояли вместе, бля. Два раза напало. Каждый раз чиниться не нужно. Только зайдет. Даже отсюда вылетел. А что у него? А что он так часто вылетает? А, у него сейчас пинг. А что за обнова, кстати, там была на сотку? Было про... А кому там ап надо был? Фласк. Ой, пот. Да, походу вот это 20 лямов на хули Фана сделали, вот это и была обнова. Нет, я могу рассказать. Вчера сделали ПП, этот боевой пропуск, который 60 с чем-то левелов. Он вчера забагался, час ночи. Можно было типа брать награды, ты нажимаешь забрать награды. Они не давались. И, короче, все послетало нахрен. И в 11 часов утра только это все починили. Короче, два обновления было. Блять, это у крадельки рыба. Вроде зашел, а не. Ты ожил, Канделька? Ни у кого пера для мамонта нету. Без мамонта, точно. Сейчас приду. Кулачок, пожалуйста. Пера на весь мир у кого-то есть? Может, валяется. Вот один минута таймер. Не будет начнем без него. Делать, если рыбы нету. Короче, понял. А что делать? Нет, не, у меня есть, конечно, места нету. Один маленький вариант. Немножко дать сейчас. Это сумки выпали, фаски там. Поэтому сдаю. Спасибо. Да, не, пока не буду, я на алге лучше ее подержу. Меня не прошибает особо. И сейчас, а давайте я скину фаски, то я тебя не могу кинуть. Я с ним сейчас торгую, сижу. Кусочек рыбы даю. А я трейд тебя не могу кинуть просто. Хорошо. Почему я лидером группы стал? Так и тут. Кадельки, на кадельке был этот. Угу. Так, таймер пошел, бафаемся. А дедза? Не сейчас, у нас сейчас в ДДшке будешь, да? Угу. Тогда смотри. Вот держи кусочек мамонтятины на силу атаки. Будешь жевать. Так, чё это у меня 33 тонны, чё мне не хватает? А?
Вот еще. Не, мне не надо, оставь себе, просто хлам лежал. Кто у нас там кует? Что? Пока. Ваты. Да, ваты. Держи. А, дза, ты зачем портовался-то? Да там рыба стоит, да. Если что, не надо. А, не видно. Блин, а я сижу, просто раздаю было... всем еду. Хоть колечко с острова прикупил. Повезло. Так, сейчас надо макрос переделать. Так, кому лучше, ретрику или не сейчас это давать? Вести ретрику, наверное. Физические атаки. Но ретрику это как не очень. Да, они стакаются разве с крыльями? Да. Нет, не стакаются. Сейчас но телефон. Но работает с двумя обилками. Ну, если подряд, ну, по очереди. Да. Кнопку не нажал. Ну, так много с одной стороны, с другой стороны. Ну, сильно видно просто в этом. Еще кто-то. Не, пятеро нас тут еще, не шесть. Шесть. Свалите, кто не отсюда. Пошли вон. Хорошо. Убежал. О, нормально. Нормально. А плащ собрания ХМ, крит меткость, он фаермаган тоже идет, да? Так, я здесь. Наверное. Все готовы, да? Да-да-да. Отсчет времени до самоуничтожения начат. Самоуничтожение области. Один. Один, вы же до вызывного выпрыгиваете. И рядом не стойте, пожалуйста. А зверни в другую сторону, босс. Что с тобой? Беги, малышка, беги! У меня кнопки забагались, блядь. Чё за хуйня? Я до кнопки не протыкал. Блин, огня много. Еще надо будет один раз отбегать от него. Сильно ты не сюда не веди. Не, я просто из лужи вышел за мной. Все. Сейчас огонь. А где шоковый удар, я не понял. А? Вот он. С него сразу душение почти что будет. Ждите. Три, две, одна. Добиваем. В угол сам к стене. Давайте сюда, куда вы? В одно место надо скидывать, а не много. Сдохните все там в одном месте. Один. Блин, теперь можно в стерею давать. Не жалко. А ты веди к стене его огонь. Не сюда, а наоборот, туда его, внутрь. Максимально много его внутри было. Куглешочком. Там бомбу он кинет куглешочком. Сюда ты давайте. На. Бля. Ну, блядь. Но кто тут стоял? Я. Интересно. Вы же не первый раз на этом боссе был. Сейчас кидает сферу. Все, бежи сюда. А что это он подошел, блядь, рано. Ну, опять таймер сломали. Внутрь, нет. Внутрь. Там... Ага, вайп. Там не таймеры сломали, там же зависит... Вот, когда запускаешь, да?
И каждые 30 секунд кидается кто-то огонь. А когда мы переведем, ты же не ровно в одно же то же время переводишь. То есть зависит от того, как переведешь. Типа если утюг залить быстрее, то по-другому тайминги будут. Или если второй раз тушение будет касать, тоже по-другому. Они рассинхронизируются немножко. В начале второй фазы можете стоять практически возле вот этого круга. На вас замедление будет кидать за пределами круга. Не будет, точнее, кидать за пределами круга. Это вот про вот этот круг я говорю. Вот этот, который сейчас черно-золотой. Вот это вот, который он бегает. Внутри него будет кидать замедление. Вот здесь уже не будет кидать. И с одной стороны не нужно стоять. Продалька вообще не вернется, как думаете? Надеюсь, что вернется. Будет не очень. Давайте вот как сделаем. Хотя нет для этого времени. А у вас РТ кто уходит? Ульда тоже, да, 25? Или что-то другое? Да. Авок. Куда ты бежишь-то? Ты с другой стороны. Один. Соблюдайте дистанцию. А у нас-то, наверное, БЛ не откатится. Сколько БЛ КД? Отбегайте, отбегайте. Еще полторы минуты. Блять, этот огонь. Ага. Жизнь начинает будем без боя. Сколько там? Так, еще 10 секунд до этого, до тушения. Отбегайте. Че он меня так любит-то? Не убивайте. Похилиться. Рыба. Осторожно, там бомба. Вот в этот угол сбрасываем. Один. Не обрыгался. Ну, второй раз не скидываем. Конечно, скидывает. Там всегда два раза скидывать надо. А что, все впереди уже? Ну, отходит танк. Чтобы он огонь катил нормально. Mm-hmm. Подходите. Не в нычку, а сюда. Один. И сколько ДБЛ? 20 секунд. ПЛ. 20 секунд еще. Подходим, подходим. Один. Да, хуёво. Огонь вышел. Остался точнее.
Раны вышли. Я вышел. Беги, малышка, беги! Главное выжить. В огне не сгорит. У нас минус шаман. Шам, встанете? Встать можешь? Так, куда идем? Кидывать огонь будем сюда. Че с шаманом? По часовой стрелке, как всегда. А ты что, встал, что ли, и умер в огне? Сейчас бомбот будет, одна секунда выпрыгнет. Побежали дальше. Штурмовой вышел, мелики бейте. Бомбот вышел. Не, не садите. Огонь. Вышлите. Вышли, вышли. Сейчас не подвинешь садить. Его и садишь. Бомбот. Там бомбот. Бомбот. Забрал, забрал, забрал. Он еще над огнем. Все, сади. Садите любой. Кого он там? Я посадил. Милики, не подходите в огонь. С другой стороны там можно с другой стороны подойти. Или огонь 2 1 на другую сторону переходим. Убивайте мобов. Ну и убиваем вот это вот все, то что рядом с нами. А вот этого не убивайте, который слева от нас, пусть потушит и убьем. Хорошо, они тут работают, мне нравится. А мы шамана будем поднимать или он тут лежит? Огонь. Так, голову заставьте с меня. Кто на меня стреляет? Дякую. Расслабились и бьем. Сам напряжен убили. У нас попал умер. Рисунчик попал. Огонь. Вставай сразу. Беги, малышка, за спину. Беги. А, это обстрел. Бля. За спину говорю. А, ДД, если мало хп у того, что вы бьете, переключитесь на другой. Посмотрите хп. Огонь. Один. Беги, малышка, беги. Отбегаем от босса. А, так, у тела много. Осторожно. Да ёбаный рот. Что такое? Чего у нас? Откуда? Шоковый удар и обстрел. В голову побольше. В голову, да. Сейчас огонь будет. Отбегаем за спину. Да, что такое? Совпало. Такое бывает. Обстрел прийти. Тело. Тело, 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 тело. Тело. Давайте, мы у вас верим. Все, убиваем. Молодцы. Ага. А, воздушное тело резнулось. Не, не, не повезло, блядь. Продолжаем. Слишком... А что продолжать? Кулипала нету. Кулипала нету. 3 минуты у нас. Там смотри, сколько ДД лежат. 5 человек лежать будет, мы будем продолжать. Давайте, вайпнемся. Ну блин, у нас еще и кардельки нету с нами.
Там просто, ну я не знаю, 4 тела лежат, ну, одного нету, и мы 5 тел просто пытаемся убить. Не, ну, вы, ну мы же убили. Нет, мы не убили. Голова была недобита. Наоборот, голову добили, остальные медленно не добили. Ну да, починилась голова. Смотрите, если остается у какой-то части 100 тысяч, переключайся в другую. Их нужно, ну, потому что вы кливаете, и, разумеется, они будут уменьшаться и так, те, которые 100 тысяч в части. Ну, блин, почти залили в этот раз. Надо просто дожить всем 9 людям до 4 и все. Да, еще может быть такой вариант, что вернется наш 10. Да, тоже неплохо. Мне кажется, нам только 10 и не хватило. Возможно. Немножко не в этом дело. Ну, немножко, но с другой стороны. Быстрее бы залили. В некоторых моментах. Меч хороший, тут с хэма падает. Никто не спорит. Кастерский. Кстати, портале когда ничего не отписывал. И он писал в рейде, что у него пинг поднялся. Видимо, нет, вылетел. Так, ну главное, что может свет еще и упал вместе с модемом. Ну что-то из этого, я думаю. Тут ничего не поделаешь. Да. Печально. Вешать какому-то человеку КД из-за этого не очень тоже будет. Это обидно. Ну, с другой стороны, с этими вечными КД, был такими, с пингом на Сирусе, это проблема у всех. 30 пинг, я не жалуюсь. Блин, у меня пинг бывает нормальный 30, а бывает 1500. Что там подготовилось? Два. Один. Один выпрыгивать должны. Четыреста восемьдесят дает сокет. Сильно умер как. Напалм. Палм. Ты подошел ко мне, я был вдвоем напалм получили. Блин. Лайпайте. Смотрите, милики, когда вот мы первый огонь мы скидываем, следующий огонь через примерно это сколько секунд? 15 идет. И огонь идет вместе с отбеганием. То есть вам всегда нужно будет отбегать. Отбегайте за танком. Бежать вы должны по линии, которая ведет к месту, откуда мы приходим к Мимерону. То есть два отбегания, и босс уже примерно будет стоять в месте, в которое мы скидываем огонь. Кто там еще остался без бафа каски? В смысле, сейчас бафаешь, что ли? На бегу? Да. Но я остался. А, нет, каска есть. Рыба еще стоит даже. А что буду сидеть в ваше время тратить бафы, пока стоит? Рыба ушла. Кончилась. Бля. Блин, не успел только одному человеку на ходу забафать. Вот, вот эта полоса, которая идет к боссу. Ты по ней должен примерно отбегать. Ну и мелики, соответственно, тоже за танком бежать. Если вы будете отбегать от танка, а танк от босса, вы потратите больше времени на то, чтобы прийти к боссу. Ну да. Мы разве не в этой линии стоим?
какой линии? Про которую говорил? Не-не-не, я про первую. Про первую что? Пати? Или про что ты? Да пошли уже пулять, чё вы там? Сейчас я перезапускал просто. Два. Один. Дайте дистанцию, чтобы напал не получать нескольким человеком. Амеликов не касается. Мины появились. Так, тушение надо будет подождать. Бегайте. Ждите, 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 не убивайте. Все. Можно было еще немного подождать, чтобы огонь сразу потом на фазе потушился. Три, два, один. К боссу не бегите, просто отойдите оттуда. На хилах метки стоят, чтобы вами ориентироваться. Где хилы, не убегать от них. Один. Блядь, да что такое? Зачем вы подходите так, ну, прям в меня? Вот завесни. Сбил. Уходите оттуда. Уходим. Ждите. Три, два, один. С одной стороны главное не стоять. С разных. Что-то он не хочет его тушить. Беги, малышка, за спину. Беги! Чуть-чуть дальше от босса. В центре не стойте к нему. Бомба. Ёб твою мать, огонь. Сейчас будет, подходите под босса. А, уже кинул. Кого резать? Меня резай. Там огонь один двигается в меле. Вам нужно будет скинуть его в меле. Сразу быстро стал. Дал тебе имя. Один. Эти за луной, за луной ходи. Бомбот. Что малой появился, Мелики? Бейте, Мелики, что целый бьет. Огонь. Два. Один. Идем оттуда. Бомбот.
бомбот. Скоро будет. Да, надо с... осторожно, это подкасса. Пусть огня. Два. Да блядь. Ой. Так, подвинете от огня и сажайте. Еба. Вот пида. Бомбот. Сажаю. Сажай. Пять секунд от огня. Три, два, один. Осторожно, красные. У меня стан. Пизда мне. Блядь. Ничего, ничего, блядь. Мобов убивать и ближайших. Да, конечно, отсюда нихуя увидно. Ближайших мобов убивать. Опять стан. Сейчас сбейте стан ему. Быстрее сбейте, что-нибудь сделайте. Чем смог, тем помог. Огонь. Три. Два, один. Голову не затаунтил. Смотри, четвертая фаза начинается, тебе нужно будет голову забрать. Я затаунтил. Но он локал убил просто. Так, БР еще есть у кого-то? Три минуты. И два, один. За спину. Пизда все. Вы слишком далеко шли. Там кнопки немножко нужно было. Ну ладно. Давай. Так, что у тебя там по времени? Ну, еще минут 10 есть. Ну, давайте попробуем. Бля, а мне надо отойти. Как раз. Сейчас? Да, надо коляску спустить. Еще понедельник, и во сколько? Да давайте уже оставим его тогда, пускай от злана и в понедельник донесем. Я в понедельник буду где-то. Я там написал к 8 где-то. Вот, 8, чуть. Да? Тогда до понедельника получается. Или завтра, может, такое время есть, или не у всех. А завтра третий рейд. Завтра третий рейд. И у кого кто-то там не сможет сейчас. Гляну. Ну, третий рейд в любом случае. Паузер не может. А чего ты не сможешь там? У отца день рождения. А, да, тут никак. И я в сутках. С утреца пораньше так, опа, накатить там все дела. Чувак. Дискон? Надо помогать. Да, дискон. Вовремя, значит.